В Череповце с завидным постоянством проходят различные фестивали, в том числе и кинофестивали. И пусть наши площадки являются площадками, где параллельно проходит прокат новых фильмов, но тем не менее горожане имеют возможность в числе первых увидеть новинки кинематографа. Voices предоставляет возможность для череповчан также увидеть ряд новых картин. И за это мне хотелось бы высказать огромную благодарность и организаторам, и спонсорам «Северстали», администрации области, губернатору Олегу Александровичу Кувшинникову, всем тем людям, которые понимают важность необходимости развития кино. История была написана на русском языке. И, в общем, все как бы тонкости этой литературы тургеневской, конечно, им в большей степени недоступны в силу того, что они формулируют свои мысли, иначе складывая слова, другие слова, имеющие то же значение, но это же очень важно, на каком языке вообще это написано. Конечно, дойти до... Но там подорвались настолько шикарные иностранцы, что порой это было, особенно когда их еще озвучили, порой это было вообще незаметно, что они вообще иностранного происхождения, и они, в общем, не воспитаны на Тургеневе, Чехове и Достоевском, Толстом. У нас сложности нет. У них, наверное, были сложности. Наверное, как бы у нас, если бы я в Германии играл Брехта, наверное, те же самые сложности, та же самая обратная связь. Но, во всяком случае, все, начиная от Файнца и кончая всеми остальными, они просто очень талантливые люди, очень талантливые. И они играли так, как будто действительно это гувернантка, которая, француженка, но она, в принципе, прожила всю жизнь в России. Просто у нее немножко она грассирует немного, и все.